Всем привет, друзья! Это канал Кикидо. О, кажется, мой папа подошел. Я как раз его ждал. Пойдемте откроем ему дверь. Ну что, пап, принес? А что я должен был принести? Ну то, что я тебя просил. Ой, я забыл. Давай в следующий раз. Тогда я тебе не открою дверь. Стой. Я принес, вот. Ну тогда заходи. Опа! Всем привет! Ну вот, комичик, то, что ты и просил. Да, он самый. Да, но только я не могу понять, почему именно этот набор? Пап, ты что, забыл? Мы в прошлый раз опоздали на поезд и никуда не поехали. Ну, на этот раз я думаю, что все получится. Ну, по крайней мере, я так думаю. Идея, конечно же, заманчивая. Я думаю, что стоит попробовать. Да, но только на чем мы доберемся до станции? Вот на этой машинке. На такси? Ну да. Отлично, такси я люблю, поэтому я сейчас его и вызову. Можно? Угу. Так. Опа. Алло. Здравствуйте. Мы хотим вызвать такси. Куда поедем? Мы поедем на станцию железнодорожную. Отлично, записывайте адрес. Ой, Камиль, пробки меня совсем утомили. В следующий раз, наверное, поедем на метро. Папа, где твой чемодан? Как где? Он здесь? Ой, а где, правда, мой чемодан? Мама! Я оставил его в такси! Такси, стойте! Ой, нет, он в другую сторону поехал. Такси, такси, мой чемодан остался у вас! Камиль, я вспомнил, он был пустой. Пустой чемодан? А зачем тебе был пустой чемодан тогда? Да я просто забыл уложить в него вещи. Ладно, неважно. Пойдем купим билеты. Пап, мы отсюда поедем? Да, вроде бы отсюда, но я думаю, для начала нам надо купить билеты. А касса окажется вот там. Или вот там. Ладно, или пойдем может, туда. Вот туда. Пойдем. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а где мы можем здесь купить билеты? Билеты? Билеты куда? В кино? В театр? Дельфинариум? Да нет же! Какой дельфинариум? Какой кинотеатр? Билеты на поезд! Ядрить, колотить! Так бы сразу и сказали, что на поезд. Это вон туда, в ту сторону. Спасибо! Так, ну что, Камильчик, билеты у нас. Поезд через час. Время у нас позарез. Папа, может перекусим? Отличная идея, давай перекусим. Здравствуйте. Ой, здравствуй, здравствуй, дорогой. Рад видеть самых лучших посетителей в самом лучшем ресторане этого вокзала. Что вы желаете? Ну, мы хотели бы перекусить с сыном, только не знаем, что выбрать. Ай, обижаешь, дорогой, у нас есть все. Что ты хочешь? Ну, а что у вас есть такое вкусненькое? Ай, дорогой, у нас все вкусненькое, что ты хочешь? Ну, посоветуйте что-нибудь. Я могу посоветовать тебе баранину жареную, баранину вареную, баранину пережаренную. И могу посоветовать петичка. Петичка? А что такое петичка? Ай, ты посмотри на него. Такой большой и совсем не знаю, что такое петичка. Дорогой, петичка это та, которая летит высоко-высоко, высоко-высоко над горами. Потом охотник выходит, достает свое большое ружье и стреляет в эту петичку. Потом она падает вниз головой, прямо сюда, на эту сковородку. Потом мы ее жарим и потом ты ее ешь. Аппетитная история, но я думаю, что мы обойдемся только хот-догом.
Эй, дорогой, хот-дог тоже вкусный. Понюхай, какой он свежий. Не-не-не, спасибо, я нюхать не буду. Сделайте нам просто один хот-дог. Хорошо. Слушай, а это кетчуп добавлять? Чего? Ну, кетчуп добавлять. Не понял. Кетчуп добавлять. А, я понял, вы, наверное, имеете в виду кетчуп. Да-да, добавляйте. Хорошо, через 5 минут будет готово. Заходите. Тарарарирарарирарарира. Тарарарирарарирарара. Так, какой вкусный хот-дог. В общем, ладно, ты пока кушай, а я пойду узнаю, с какого пути отправляется наш поезд. Только никуда не уходи, хорошо? Хорошо, подожди, я буду здесь. О, магазин Лего. Пока баб нет, я пойду себе и выберу новый наборчик. Вау! А теперь мой самый любимый момент. Камиль? Камиль? Так, а где Камиль? Куда он делся? А куртка здесь? Куда, интересно, он делся? I'm always one step behind. Wishing I could read your mind. But I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still craving for. I'm still wanting more. Yeah. Маленький жулик. Камиль, маленький жулик, ты почему убежал от меня? Пап, я просто хотел выбрать Лего для следующего видео. Ты знаешь, как я перепугался? Я думал, с тобой что-то случилось. Мы еще и на поезд опоздали. Фу, но самое главное, с тобой все хорошо. Ничего не случилось. Ну давай показывай, что ты тут выбрал? Ничего пока что. Вообще ничего? Ладно, пойдем выберем. А вы, друзья, пока что ставьте лайки и подписывайтесь на канал Кики До, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!